Всем привет, дорогие зрители, с вами Родригес, мы продолжаем играть Ведьмака 3 на ПК. Так, ну и что же мы сейчас должны найти? Бандитов, лагерь... Бандитов ужасных. Где же они у нас спрятались? Они спрятались где-то... Вот, наверное, где-то здесь. Так, тут костерочек. Палаточка чья-то. Давайте посмотрим. О, сундучок. Не сундучок, а у нас мешочек есть. У нас здесь бутылочка с водой. Ну и пока все. Так. Пойдемте здесь. Ласточкина трава. Это круто. Это круто. Это надо собирать. Это просто надо. Я совсем куда-то ушел, наверное, не в ту степь. Так. Зато собираем ласточкину травку. Она очень нужна сейчас. Как здесь красиво в лесу. Офигенно. Олени бегают. Так, ну я понял, нам в другую совершенно сторону нам нужно двигаться. Обойдем вот эту гору с другой стороны. Забраться на нее навряд ли получится. Так, виднеется у нас уже где-то там бандиты. Они точно там. Здесь какая-то башня. Так. Странно. А здесь кто? И там внизу кто-то есть. Я вот не пойму. Ну, в общем, интересно, на карте обозначается. Ладно, давайте мы пойдем наверх. Может, здесь заберемся? А, сохраниться уже нельзя. Печально. Все потому, что нас увидел уже дезертир один. Здесь логово дезертиров. Так, как же мне залезть-то? С той стороны нельзя. А, может... А, перепрыгнуть, может быть, можно, а? Я, кстати, попробуем. Вот оно, да. Так, у нас что здесь? Телекинетический удар. Вауч. Неплохо. Голова с плеч. Спалили нас. Опять! Ух ты, нифига себе, там еще кто-то есть, а? Вот это гад. Уходим. Вауч! Офигенно, офигенно. Так, ну что, подбираем хлопок, маленькая дубиночка. Ну так, по мелочи. Бутерброд с ветчиной. Что может быть лучше? На природе поесть жареное мясо. Отлично.
Так, ну это все. Хлебушек сейчас мы доедим, и потом ласточку уже будем ставить. Так, здесь что? Какие тут еще у нас есть сокровища? Они от нас прятали. По-любому что-то хранили. Вот сюда надо зайти. Да. Фиал. Что еще? Письмецо. Письмецо в конверте. Так, давайте почитаем. Так, среди заметки, за каким дьяволом должен я идти на смерть ради Тимирии, папка погиб за нее, три брата погибли, и что? А даже приличный похорон не заслужили, папка всегда говорил, что мудрец, ну понятно. Так, меч посмотрим. Меч... Так себе. Фигня. Сундучок. Протокол допроса. Чертеж стальной меч школы змеи. Нормально. Так, ведьмачьей древности, снаряжение школы змеи. Так, так, так. Как же там найти-то нам этот? А, ремесло, вот. Так, 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 так. Вот он, да. Чертеж, стальной меч школы змеи. Урон приличный. И что, можем его сделать? Только кузнецы могут создавать оружие, и только броники броню. Ищите значки, отмечающие мастерские этих ремесленников на карте и на мини-карте. Понятно. Ну, меч, скажем, лучше. Намного, чем у нас был. Я бы хотел его, конечно, создать. Отправимся. И еще там, по-моему, записка какая-то была. Книжка или что там? Сейчас посмотрим. Протокол. Так, протокол допроса. Ведьмак обвиняется в похищении Витька, сына Павла. Читаем, ребят, на паузе. Так, фосфор. Старая вещь, шкура. Ну, в общем, это все нам тоже пригодится. Кое-что продадим. Достаточно удачно мы зашли. Так, что тут еще можно собрать? По-моему, здесь уже чисто. Больше никого нет, кроме там, по-моему, волков. Где-то там. Зачистили мы здесь область. Так, теперь можем отправиться вот сюда. Посмотреть неизвестное, что здесь у нас находится. Лагерь беженца. Может, как-то здесь можно его, это, застолбить, чтобы он уже здесь не появлялись дезертиры. Или никак? Нет, нельзя. Ладно, пойдемте посмотрим другую область. Секретную. Вау, 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 вау. Аккуратненько.
Сохраняемся. Ласточки на трава, это прекрасно. И это круто. Пока хлеб у нас есть, я буду использовать хлеб. Оба, оба, оба. Заметались. Черти полосатые. Ах ты, нифига себе. Я прям аж напугался. Ей-богу. Сваливаем. Я думаю, лучников надо валить. Вау, как я его разрубил-то, а? Шикарно. Пропустили. Оу! Пополам разрезал. Оторвать ему яйца. Да ладно, нифига вы жесткие. Оторвать ему яйца. А ты какой, а? Вач. Пополам режет, как масло. Ну вот и хлебушек у нас закончится. Сейчас. Так. Кровавая была битва. Фига себе. На костре теперь поджигается. Бутерброды с ветчиной зато у нас есть. Так. Собачье сало. Что-то еще. Сон дракона. Кроны. А сундук? Мы уже обыскали его, да? Так, ну хорошо. Так, что-то еще есть. Ну все, вроде бы. Посмотрели. В лесах обитают у нас вот такие вот опасные черти. Бандиты. Хулиганы. Открыли мы эту область. Сокровища под охраной. Интересно. Это уже интересно. Утопцы, наверное, несколько там их охраняет. Не более того. Мы его находили уже. Ага. А здесь что? Ну-ка. А ручку отрубили. Ох ты гад, а? Ты смотри, как он. Слюна, чудовище. Да ты чё? Так, давайте-ка мы что-нибудь еще поставим вместо нашей водички. Я думаю, может быть, какой-нибудь бутербродик с ветчиной перекусить. Вот так будет удобней. Ну-ка, ветчина. О, хорошо. Мозг утопца. Скуда? Ага.
Не успел. Братьев-то твоих тут всех перерезали. Утопцы. Чего вы тут охраняли, а? Пока я ничего не заметил, мне кажется, вот здесь что-то они. Чертеж, точный болт. Почему-то это никем не охраняется. Странно. Может, они из-под тяжка могут напасть? Так, ну походу, значит, здесь уже кто-то побывал. Мы можем полностью посмотреть юг и отправиться дальше. Давайте вот сюда сходим. Вообще, очень-очень интересно идет. Я думаю, сейчас мы помедитируем, чтобы вот утречко было. Сохранимся. Очень-очень интересно путешествовать. Просто вот бежать и смотреть, что где есть. Потому что карта очень разнообразная. Постоянно какие-то противники интересные. А, кстати, я у топцев валил, по-моему, не стальным мечом. Кстати, их нужно было серебряным. А здесь у нас гули. Ну, для гули у нас есть кое-что тоже. Очень интересное. Давайте их подождем немножко. Ага, что-то рановато начал. Так, они меня окружают. Вот гады. Ну, давай, иди сюда. Опа. Так. Ну-ка. Главное, чтобы они не окружили. Да что такое? Они опять убегают, а? Ух ты! Ого! Капусту всех сейчас перережем. Вот так вот, да, это было смачно. Опасность миновала, жители вернулись домой. Ура! Так, я хотел собрать вообще-то трофей с гулей. Я вообще куда-то переместился. Интересно. К твоим услугам. Держись от моей семьи подальше. Дикая охота на небе всегда к войне. То чё, я вот ребятам помог, а они мне что-то как-то это... Как со мной холодно, держись подальше. Я ж вашу деревню вроде как спас. Чего? Покажи свои товары. Покажи, ну-ка быстро. Свои товары. Так, и что у тебя есть? Мало глиф, улучшение разместить... Угу. Так... Ну, в общем, у него много чего есть.
Это я с этим поспорить не могу, конечно. Много, много всего. Пока у нас есть свободное место. Еще один торговец. Бывай. Я думаю, не помешает. Знакомый торговец. Язык чудовища, зуб чудовища. А, два зуба, вернее. Ну и все, с четырех гулей упало так мало. Сейчас сколько время-то? Опять вечер. А вот так вот. Помедитировали как следует. И теперь можно отправиться дальше в путь, посмотреть карту дальше. А здесь спрятали товар контрабандисты, но мы, по-моему, уже там все смотрели. Отправимся сюда. Кстати, здесь у нас какая-то веточка. Что это на карте означает? Это просто травник, да? Да, травник, так обозначается, травники. Я, кстати, возьму вот этот вот ржавый хлебный нож. Зачем мне нужен подсвечник? Если я возьму, наверное, вы сочтете как за воровство. Я, наверное, брать не буду. Да зачем оно мне? Продать, если только. Так, впереди есть какая-то опасность. Я вижу, там у нас источник силы. Возьмем вот этот вот меч. Магия. Нихрена себе. Мать моя, нифига. О-о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 -
нет. Зря. Так, я возьму обычный меч. Блин, опять не подпалил его нормально. Что было написано? Я не понял. Сломался, что ли? Так, походу, у меня меч сломали. Об медведя меч сломал. Или я ошибаюсь? Давайте сюда вернемся. А, посмотрим. Клинок. Так, ну да, походу, точно. Сломал об медведя меч. У нас есть другой? У нас есть вообще очень стрёмный меч. Так, ну нифига себе, я такого медведя еще не встречал пока. Кстати, у нас охотничьи перчатки, они, по-моему, лучше, чем мои. Намного. Их тоже можно подшаманить. Я, наверное, отправлюсь к кузнецу и вернусь сюда же. Так, где это мы находимся здесь? Вот у нас отметочка, вот она сила, место силы. Давайте съездим к кузнецу. А кузнец у нас... Как раз он нам подремонтирует все. Быстро, как тут можно? Вот сюда. Так, давай сюда сначала. Платва. Где ты? У нас будет жесткая битва. Вот она, вижу. Давай, садись уже, садись. Да что такое? Вперед, платва. Так. Как бы нам проехать-то здесь поудобнее? Ну так, если прямо мы проедем. Должно быть, да. Вот такой вот медведь огромный нам попался.
я не знаю, как какой-то гора какая-то, а не медведь. Огроменный. Как мы его завалим? Завалим мы его вообще. Посмотрим. Мне интересно самому. И источник силы там, кстати, есть. Поэтому это супер. Приветствую, Стар. Здорово, да, давай сделай для меня кое-что. Сделай мне одну вещицу. Так, прочность 68%, 32% у нас золотых. Давайте починим. Так, починил. Ну, просто попробуем, по крайней мере. Я, может, потом разберусь, как что делать. Так, и починить у нас меч наш. Не знаю, правильно ли это сделал или нет. Но мы сейчас ему продадим вот эти скажи, вот остальные мечи, которые у меня абсолютно не нужны. Абсолютно не нужны. Так, вот это вот. Потом. Так, ржавый меч, это тоже не надо. Вот это тоже не надо. Так, это и это. И вот это. Да, и часть денег мы вернули. В общем, нормально. Бывай. Вот такие вот дела. Так, ну что ж, мы отправимся тогда. Так, сейчас еще раз я посмотрю, все ли у нас починил он там, да? Нормально, молодец. Так, еще вот это можно починить. Почему он не починил это? Почему мне не показалось починить? Вот давайте еще раз заглянем. Так, что ты сможешь сделать для меня? Сделай мне одну. Сделай для меня что-нибудь еще. Ого, мы все бабло все свое растратим. Я боюсь, сейчас я это починю и найду намного лучше. Вот что будет. Скорее всего, так оно и будет. 48. Ну, не знаю я. Ну, давайте вот мы меч еще починим, остальное не будем. Скорее всего, я это зря сделал, но... Ой. Что делать? Мы отправляемся к медведю, забежим в следующей серии, друзья. С вами был Родригес, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, я вам желаю хорошего настроения. Ну и всем пока-пока!